3 ноября, воскресенье, мы пошли погулять. Вот у нас, видите, снегу очень много. Уже сугробики. 2 суток шел снег, не переставая, валил просто как сумасшедший. И такое сейчас затишье после снегопада. Дышится очень легко, мягко. Идешь по пушистому снежочку. Снегири поют, синицы скачут. Вот, спускаемся в долину реки. Не были мы здесь 1,5 года. В мае, наверное, были или в апреле. Решили проверить этот маршрут. В Москву идет потепление, а у нас вряд ли растает этот снег. Хотя там 2 дня будет, днем +2, но ночью все равно -6. И уже снег лег на холодную, на стылую. Если он растает, то на дорогах там посыпают, потому что... А здесь уже все. Вот она. Так, тут надо осторожно, потому что здесь провалы образовались из-за дождей. И вот тут река такая. А мы пойдем туда. Так, тут тихонько проведаем уток, если они. 1,5 года мы тут не были. Ну, 5 месяцев точно. Бьет родник. А, их даже 2. Один вот и еще с этой стороны. Так, перескакиваем. И вон туда идет. Травка в роднике. Ага, травка такая зелененькая в роднике. Там река. К ней даже приток идет еще один какой-то. Пахнет снегом, свежестью, чистотой, надеждой на будущее. Ух ты, тут берег обвалился. Как мы пойдем? Если что, верхом обойдем. Сейчас я проверю тут. Берег обвалился. Посмотрим, можно ли тут пройти. Нормально пройдем, давай. А ты мне тут руку подашь, и я вылезу. О, спасибо. У меня просто спина отстегнулась. Я вообще сегодня встать не могла, пока мухомором не намазалась. Сейчас иду, просто ноги передвигаю. Не нагнуться, ничего не могу. Спина отстегнулась полностью. Продула, видимо. И вот мы стоим на высоком берегу. Оттуда мы пришли. Может, кажется, что тут мелко, но тут очень высоко. И еще выше сейчас поднимемся. Я помню, как я тут на лыжах вылазила в том году. Вот, весь берег, весь угор подрубили. А потом они будут удивляться, почему гора съехала вниз. Ага. Когда деревья эти держали берег. Ох, к снегу, видите, как хорошо. Можно лепить снеговиков. Он такой хороший, пушистый. Классный снег. Здесь раньше были все малинники, малинники. Мы все собирали малину. Смотрите, утки-то есть. Не знаю, вы эту камеру увидите, нет? Сейчас пойдем поближе чуть. Там вон дядька снег чистит. Мы сейчас вот здесь встанем. Здесь вот почище. Здравствуйте. Сыро только тут на перилах осторожно. Ух ты, так ныряет головой. Мощно. Так, мальчик, девочка и там еще парни, девки. Ножками буль-буль. Тут кто-то им зерна. Хлопья принес, они не едят. Не увидят. Ну, они ждут. Давай, доставай. Я плохо кидаю. Давай ты кидай. У меня сила руки слабая. О, сейчас эти подтянутся. Ой, мимо-мимо проплыл хлеб. Да ну ладно. Кем? Как много оттуда плывет-то. А они там, я вижу, твой хлеб уплывший ловят. Так, девки подтянулись. Сорока сверху тоже хочет. Мало будет больше дела. Еще выбирает.
С корочкой не понравилось. Это тоже не стала самочка-то. Черная корка. Ну ладно, это те поймают пониже. Ну что-то мало уток-то вообще. Угу. Мостки очистили. Там сороки беснуются. Так. Если б мостков не было, тут вообще не пройти, болотина под ногами. Опа. Сороки улетели. Скользко. Осторожно надо идти. Все это занесло. Заснежило. Такая тропа ивинская. Холодная. Вот они, уточки. Ай, снег холодный. Так, пошли дальше. Опа. Идем прям под самыми домиками. Посмотрим, что у них там. Лавочки не стало. Хотели посидеть на лавочке. Кто-то спер лавку. Вандалы. А это, может быть, кто-то видел летом. Я снимала ролик, не помню, когда даже. Как вот здесь вот один дядька. Живет он здесь на Садовом. Сделал вот загончик себе там. И вот он садит тут елки. Деревья разные. Видите, вот все елочки. Вот елочки. В общем, хочет здесь что-то развести, но это гиблое дело, конечно. Следующая лавочка живая, мы туда и идем. Там посидим, отдохнем немножко. Тут тоже, видите, ручей, река сверху льется небольшая. Сейчас хорошо, а летом тут фиг пройдешь. Ну и сейчас тоже вот налить, мякнет все, ну ничего, прошли. Еще здесь один момент. Хоп. Вот. Потому что здесь ключики сверху идут, поэтому такое сырое место. Так, вот лавка хорошая, но прежде чем сесть, я увидела там еще один щиток. Я его когда летом-то не видела, деревья были. Или его вновь поставили. Сейчас залезем на гору и посмотрим, что там написано. Это дорога вверх на Костарева, на проспект Октябрят. Так, осторожно, не провалится в снег. Вот, берега ивы облюбовали многочисленные виды птиц. Щеглы. Во время пения щеглы поворачиваются вправо и влево. На землю птичка спускается только для того, чтобы попить. Мелодичные трели выдают только самцы. Самочки тоже поют, но менее красиво. А знаете ли вы, что крякать умеют только самки уток? А вот селезни крякать не могут. Ого, ничего себе! А утята действительно принимают за свою мать первое существо, которое увидят, вылупившись из яйца. Черный стриж. Уникальная птица, так как способна есть, спариваться и спать в полете. Спать в полете! В стремительном полете до 180 км в час его легко узнать по очень длинным серпообразным крыльям. А еще на берегах ивы была замечена белая ворона. На 100 штук серых ворон приходится только одна белая. Слушайте, ну что стриж спит в полете, я этого не знала. Посидим немножко. Вот там Садовый, а мы как бы спускаемся к Садовому. Получается. Там динамо, труба. Далеко видна. Так, ну вот, очень хорошо мы сели. Ветер только, я не знаю, что-то слышно или... Сейчас нету ни цветов, ничего. Так так приятно смотреть вот на этот стенд. Одуванчики, медуница, иван-чай, кровохлебка. Вороны раскричались, потому что будет сейчас... Снег пойдет, короче, скоро опять. Возвращаемся в обратный путь. Все тут почистили. О, тает снег.
оттаивает. Капает прямо. Капель весенняя. Вот бы раз уже и весна. И что без зимы. Вот опять капельки капают. И здесь. Вешние воды. Где утки-то? Испугались, улетели. Сейчас мы не пойдем этим страшным маршрутом, а пойдем вот здесь в обход верхом. Тут такие чурбачки деревянные. Елка растет, печка топится. Пахнет вкусно. Обойдем, крюк сделаем. На лыжах мы иногда этот крюк тоже даем, потому что там у речки страшно ехать внизу. Дети уже приготовили снегокаты. Дождались первого снега. На ватрушках уже катаются, на снегокатах. Обкатка лыж у людей уже. Смотрите, комарик, мотылек, он долго-долго летел. Давай, я тебя спасу. Комарик, откуда ты появился? Такой мороз, опять полетел, смотрите. Желаю всем хорошо перезимовать. Всем удачи, всем пока!